Всем привет, ребята! С вами снова я. Блин, гром там гремит. Короче, ребята, всем привет! И кто же это у меня стоит слева от моей двери? Да, ребята, это скелет. И чтобы он уже ушел. Но в любом случае, ребята, если вам не трудно, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, ребята. Что там такое? Ладно, ребята, мы с этим потом разберемся. Ну, а сегодняшний ролик начнется с того, то, что мы с вами будем убивать. Вот, там еще и ведьма вспомнился. Да, мы начнем убивать Шалкера. Да, ребята, мы начнем убивать Шалкера. Кстати, у меня завелся песик. Он будет здесь сидеть, охранять мою лачугу. Бежим! Ай-яй-яй-яй-яй! Ребята, сразу же скелеты на меня идут! Ха-ха-ха, промахнулся. Промахнулся. Так, ребята, еще стрелы. Еще стрелы. Хорошо. Теперь такие просто бежим на него. Ну, стоп. Для начала, естественно, нужно убить всех скелетов, которые заспавнились у меня на скайблоке. Далее. Мы просто берем арбалет и просто стреляем в Шалкера. Раз выстрел. Бам. Ой. Выстрелили, но не попали. Бам. И бам! Блин, вообще промахнулся. Бам! Блин, тоже промахнулся, ребята. Чё за невезение? Почему такое невезение? Так, ладно. Бам! Ладно. Есть, попал, две жизни. Я думаю, нужно уже бежать, 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 бежать. Бежать к нему. Все. Ребята, мы убили Шалкера. Это было очень легко. Убили мы его всего лишь-то за несколько ударов. Так, ребята, ну а пока что, в принципе, давайте мы улежимся спать. И, в принципе, на утро уже вставим око Эндера. Так, все, ребята, наступило утро, всем привет. Так, аккуратно, аккуратно. Ой-ой, ой-ой-ой, как же я теперь... Стоп, а реально, как я теперь выберусь? Реально, как я теперь выберусь? А, вот так вот. Хорошо, там где-то Шалкер заспавнился. А я без понятия где. Ну и где, и что мне теперь искать? Что мне теперь делать? Да блин. А, это все там. Это все там остается. Так, ладно. Нужно аккуратненько сломать вот этот. Ребята, как я теперь выберусь-то? У меня нету ни блоков, ничего. Совсем ничего, ребята. Абсолютно никаких блоков. А что же я сделал, да, ребята? Я выбрался! Но в Шалкера я не попал. Его шалкеровый снаряд просто улетел. Он просто пролетел мимо меня. Давай-ка, давай-ка, ай-яй-яй. Открывайся, открывайся, Шалкер! Перезарядка, перезарядка. Летим, 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 летим! Мы разбились. Хорошо, больше разбиваться не будем. Ой, я только пообещал то, что мы не будем разбиваться. Ну, серьезно? Вы серьезно? Это чудес... Короче, ребята, все. Это не чудеса, не планета, это просто хаос. Хаос. Это просто хаос. Просто полнейший хаос. Теперь-таки мы стреляем в Шалкера. Мы не попали в него. Попали! Есть! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Получай, Шалкер! Вот так тебе и надо. Как я теперь спущусь? Ой, как я теперь спущусь, Шалкер, а? Ответь ко мне на вопрос. Хорошо? Очень хороший вопрос. Я просто зацеплюсь за лестницу, да и все. И обратно просто возьму и, да и спущусь. Короче, ребята, это было достаточно опасненько. Ладно, давайте-ка просто будем копать. Скайблок. А, кстати, ай-яй-яй-яй-яй, плохой скайблок, плохой. Он меня бить начал. Плохой скайблок. Так. Теперь, ребята, то, что я хотел сделать. И, наконец-таки, сделаю. Это
просто огромнейший склад сундуков. Самый большой склад сундуков, ребята, у меня будет в России. Так, ладно, нужно делать вот так вот. Бамс, чика-бамс, 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 чика-бамс. На самом деле, ребята, я вам скажу, склад получается достаточно большой. И я думаю, до некоторых сундуков даже не долезть. Так что я думаю, то, что некоторые сундуки еще будут стоять вот здесь. Я хотел сказать, висеть. Склад готов! Давайте-ка теперь скрафтим дверки из мода. Дверки из мода готовы. Достаточно хорошенькие дверки. О, как они красиво смотрятся. Вот здесь тоже будет очень клево смотреться. Особенно вот эта наша уличка, которая теперь будет светить, светить. Это Россия. Короче, ребята, неважно. А давайте дальше будем заниматься огородством. Я буду огородом заниматься. А еще вот эта вот овечка. А, извини, ты не овечка, ты коза. Ладно. Ты будешь сидеть у меня вот здесь. Давать мне молоко. Козье молоко. Ням-ням-ням. Это не обычное молоко, это козье молоко на скайблоке. Золотое яблоко. Так, давайте сегодня сидим. Кушаем, кушаем, кушаем. Я просто очень сильный, ребята. Я готов рубить зомбиков. Я готов... О, зомби, вы мешаете мне. Это вообще офигенно. Кажется, нельзя так сделать. Мою собачку хочет похитить Крипер! Крипер, получай! Ты не получишь мою собачку! Ты моя собачка! И ничья больше! Ты чё сюда пришёл? Воровать меня, да? Не воруешь, зомби! Зомби безмозглая голова. В принципе, что? Ничего, давайте убивать пауков. Не попал! Паука... Паукапокалипсис. Короче, ребята, я думаю, то, что я буду завершать. Короче, если вам нравится мой скайблок, вы поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а на сегодня это все. Всем пока!